Короче говоря, новогоднее настроение. Это было воскресенье. Я 547 раз пересматривал фильм «Один дома». Однако он до сих пор хорош. Новогоднего настроения у меня, конечно же, не было. Может, погода его скрасит? А нет. Дождь, который идет поверх снега. Что может быть лучше? Я пришел на кухню. Съел конфету. Она была вкусная, однако настроение не прибавило. Тогда я пришел в комнату. Подумал и решил сделать снежинку. Взял А4 и ножницы. И приступил к вырезанию. Вот что у меня получилось. В принципе, неплохо, однако настроения до сих пор нет. Я решил послушать новогоднюю музыку. И надел наушники. Спустя час прослушивания, мне это, конечно, понравилось, однако настроение не прибавилось. Я пошел в зал. Там я увидел какую-то коробочку под елкой и побежал скорее. Нифига! Это же новый смартфон! Ничего себе! Стоп. Это был Солон, ну как так-то? Однако настроение довольно сильно прибавилось. Я надел халат, сделал чай и приступил просматривать еще раз «Один дома». Короче говоря, новогоднее настроение.